В Минске в эти минуты проходит массовая акция протеста. Марш рассерженных белорусов. Его участники выступают за отмену декрета о тунеядстве. Это кадры прямой трансляции. Более 2000 человек вышли сейчас на Октябрьскую площадь перед резиденцией Александра Лукашенко. Ну а потом двинулись маршем к зданию Министерства по налогам и сборам. Они требуют отменить положение, согласно которому безработные белорусы должны платить налог около 250 долларов в год. Манифестанты также требуют отменить повышение пенсионного возраста, остановить снижение доходов населения и вернуть народу свободные и честные выборы. Участники митинга проголосовали за это единогласно. На плакатах написано, например, вот такое: «Главный тунеядец – это президент, и мы не быдло, мы народ».